Опять бандиты. И месяца не прошло. Нужно найти деда. Старик наверняка опять в одиночку полез на них. Чен, немедленно уходи отсюда! Тебе с ним не справиться! Ах ты, тварь! Вэй Чен лежал посреди разграбленной деревни и истекал кровью. И так бы наша история и завершилась, если бы не вовремя подоспевшие буддистские монахи. Соорудив из своих посохов носилки, они взвалили на них Вэй Чена и несколько дней подряд несли его, пока не добрались, наконец, до одного из местных домов-крепостей. Рад, что мои снадобья... Как я здесь оказался? Я мастер Цзун Фэй, а слева от меня мастер Гуан Ли, предводитель нашей группы. И мастер Сюань Пай, его правая рука.
Ты находишься в нашем лагере, в заброшенном Тулоу, неподалеку от своей деревни. Разведчики обнаружили тебя среди развалин и принесли сюда. Спасибо вам. Меня зовут Вэй Чен. Мой дед был рядом со мной там, в деревне. Он не выжил? Сожалею. Мы пришли, когда все уже закончилось. От деревни оставались только дымящиеся руины. Ты единственный выживший. Выродки. Я выслежу эту банду отбросов и перебью их всех до последнего. Ты что, думаешь, это обычные банди... Нам жаль сообщать тебе такие горькие вести, но хотя бы ты теперь в безопасности. Ты быстро идешь на поправку и скоро сможешь отправиться к своим родным. Тебе есть куда пойти? Родителей не стало, когда я был еще совсем ребенком, и меня растил дед. Вся остальная родня тоже жила в этой деревне. Судьба подкинула тебе нелегкую долю, Вэй Чен. Дождемся твоего выздоровления, а затем подумаем, что с тобой делать. Не на улицу же тебя выставлять. Вэй Чен, привет! Меня зовут Лю Хайбо. Что-то ты не сильно похож на монаха. Проницательности тебе не занимать. Я простой обедневший торговец, а по совместительству капитан корабля «Воробьиное перо». С монахами мы встретились на юге, в провинции Фудзянь. Там же, где расположен храм Южного Шаолиня? Верно. Им нужен был корабль, чтобы попасть сюда к вам в Чжэцзян. Денег за это я брать не стал, а в итоге так и остался с ними. Слежу за оружием и помогаю добираться куда нужно. Команды у меня сейчас нет, поэтому управляться с кораблем мне помогают сами монахи. Первые в мире боевые моряки Шаолиня. Судя по всему, парень, ты не робкого десятка и можешь постоять за себя. Однако, чтобы полностью раскрыть свой потенциал, тебе необходимо начать использовать в бою свое ци. Иди за мной, я научу тебя, как это делать. Вэй Чен, раз уж ты почти поправился, у меня к тебе есть одна простая, но очень важная просьба. Брат Джен Лун отправился в храм поздней сливы на острове Путашань. От него давно не было вестей, и Лю Хайбо собирается сплавать за ним. Сможешь помочь ему? Конечно, без проблем. К тому же мастер Цзун Фэй сказал, что мне сейчас нужно больше двигаться. Спасибо, ты нас очень выручишь. Заодно познакомишься с Джин Луном. Он один из лучших воинов Южного Шаолиня. Я пока проверю трюм, а то там недавно крысы завелись. Буду ждать вас здесь. Да кого ты пытаешься обмануть, бородатый? Ящики с вином у тебя там, а не крысы. Это целебные настойки. Давайте побыстрее там, хочу отплыть до полудня. Странно, ворота разломаны. Храм атакован. Нужно найти Джин Луна. Thank you.
куча бесполезного хлама. Ну что, придурки, нашли? Мы все перерыли, даже сортиры. Его нигде нет. А, дерьмо. Добейте монахов и этого оборванца. А потом сожгите здесь все. Ты кого оборванцем назвал? Джэнь Лун. Верно. А ты, должно быть, тот самый рыбак? Да, меня зовут Вэй Чен. Ши Гуан Ли прислал меня и Лю Хайбо за тобой. Похоже, этот здоровяк тебя знатно отметелил. Это был только первый раунд. Однако надо признать, что их предводитель хоть и сражается с грацией пьяного пеликана, но силой обладает нечеловеческой. Пойдем скорее на корабль, а то Лю Хайбо снова будет ругаться, что мы тут копаемся. Джэнь Лун, удалось что-то узнать? Сами монахи ни о чем не слышали. Однако внезапно объявившиеся Вакоу все-таки дали пару зацепок. Судя по всему, в регионе орудуют как минимум два их клана. Красный, который напал на деревню Вэйчена. И зеленый, с которым мы столкнулись сейчас. Связаны они или нет, установить не удалось. Подождите, подождите. Вы сказали Вакоу? Именно так. Японские пираты вновь объявились у берегов Срединного царства. Правда, пока их атаки еще очень малочисленны. Но ведь вы разгромили Вакоу в пух и прах 5 лет назад. Я думал, на нашу деревню напала очередная шайка бандитов, которые только для устрашения переоделись в пиратов. Они уже не раз такое делали. Мне плевать, бандиты это или очередное нашествие Вакоу. Я хочу помочь вам сражаться против них. Во-первых, говорить о полноценном нашествии пока рано. Есть разные версии происходящего. И с целью все прояснить, нашу группу и послали сюда. Во-вторых, если нам понадобится помощь в ловле рыбы, то мы тебя обязательно позовем. Ловле рыбы? Да я дерусь получше вашего! Не вешай мне лапшу на уши. Откуда простому рыбаку уметь драться? Искусство боя посохом передавалось в нашей семье из поколения в поколение вместе с рыбацким делом. Дед не успел обучить меня всему. Но этого хватало, чтобы защищать нашу деревню от бандитов. И уж точно хватит, чтобы выбить этим голозадым пиратам все зубы. Что есть, то есть. Я видел, как он дерется, Гуан Ли. Техника у парня слабовата, но силы и стойкости хватит на двоих. К тому же ты и сам понимаешь, что с такими ранами, как у него, выживают единицы. И при всем моем уважении к учителю, но одними лишь настоями тут не обошлось. И еще он может убить пирата, ухватив того за усы. А если у пирата не будет усов? Они убили всю мою семью и разрушили мой дом. Дайте мне шанс отомстить им. Ладно, лишний посох нам сейчас не помешает. Как будешь готов, подходи. Есть у меня для тебя пара заданий. Я вас не подведу. Что ж, Вэй Чен, теперь ты сражаешься бок о бок с настоящими монахами Шаолиня.
Если захочешь научиться чему-то новому, то я всегда готов показать тебе что-то из наших техник. Thank you.
лесорубов нигде нет, и Вакуо не стали бы брать их в заложники. Значит, им все-таки удалось убежать в лес. Можно возвращаться. Вакуо на эту лесопилку больше сунуться не посмеют. Вакуо заняли небольшую деревню к северу отсюда. Судя по сообщениям, атаку возглавил тот самый мечник в красной маске, который ранил Джань Луна. Мне казалось, что маски носят только на праздник. А у этого головореза каждый день праздник. Помолчите, дураки. Вы вдвоем, Джань Лун и Вэй Чен, пойдете со мной отбивать деревню. План предельно простой. Деревня окружена густым бамбуковым лесом, через который мы незаметно к ней подберемся. Достигнув границы леса, начнем смыкать кольцо. При встрече с предводителем дожидайтесь остальных и в бой не вступайте. Будет сделано! Так точно, мой генерал! И зачем я только вас, балбесов, с собой взял? Как вернемся, сядете в медитацию на 2 дня. Подумайте о своих неуместных шуточках. Что за урод это сделал с ними? Thank you.
Еще один неугомонный крестьянин пришел мстить за свою обесчещенную сестру? Ха-ха-ха! Смотри-ка, а ты даже от страха не обмочился, как твои предшественники. Ты всегда так много болтаешь? Или только перед смертью? О, дерзкий! Мне нравится! Сейчас... Итак, мы обезглавили и обратили в бегство одну из банд Вакоу. Боюсь, что это еще только начало, поэтому не расслабляйтесь. Ты нам очень помог, Вэйчан. Отличная работа. Это не отменяет того, что он вступил в бой с их предводителем, не дождавшись нас. Я дал тебе четкие указания, рыбак, и ты их нарушил. Вы были еще далеко, он мог убежать. Мы окружили деревню со всех сторон, ему некуда было бежать. В этом и состоял смысл плана. В тебе заключена огромная сила, Вэй Чен, но раскрыться ей мешают гнев и жажда мести. Я могу взять тебя под свою опеку и обучить всему, что знаю.
Но ты должен пообещать слушаться меня и мастера Гуанли и не давать гневу управлять тобой. Хорошо, я обещаю. Нашим героям недолго предстояло радоваться своей победе. Красный клан Вакоу, который совсем пропал из виду после атаки на деревню Вэйчена, вновь объявился на юге провинции. Отряды под командованием воинов Белой Маски стремительно проносились сквозь беззащитные деревни, нападая из ниоткуда и оставляя за собой лишь дымящиеся руины и груды пепла.